Новые возможности открывает материнство для женщин Ненецкого округа. Мамы в декрете могут бесплатно пройти курсы переподготовки или повышения квалификации. Обучение реализуется в рамках национального проекта «Демография» с привлечением федеральных средств. Обо всем по порядку, Ирина Никешина. Отпуск по уходу за ребенком длится 3 года. Это время, когда рабочие будни сменяются домашними хлопотами, которые занимают в жизни женщины 24 часа в сутках. За это время женщина, в зависимости от специфики своей работы, может потерять актуальность своих профессиональных навыков и, как следствие, уверенность в собственной компетенции. В окружном центре занятости населения уверены, оставаться мобильной и конкурентоспособной на рынке труда реально даже после выхода из отпуска по уходу за ребенком. В рамках реализации национального проекта «Демография» женщинам предоставляется возможность бесплатно пройти краткосрочные курсы повышения квалификации. Цель в том, чтобы женщина перед выходом на работу повысила максимально уровень своих компетенций, возобновила навыки и, в принципе, готовым специалистом вновь вышла на работу. Дополнительные возможности предусмотрены и для безработных мамочек, имеющих детей в возрасте до 6 лет включительно. То есть мы их можем обучить абсолютно по любому профилю, но единственное условие, что после обучения в течение 10 рабочих дней должна женщина быть трудоустроенной. То есть перед тем, как направить человека на обучение, мы, естественно, совместно с женщиной прорабатываем наш региональный рынок труда. И если мы находим подходящего работодателя, который нуждается, условно говоря, в поваре, да, а она, ну, например, образование повара не имеет, но работу как-то кухонным рабочим, мы проводим предварительную работу с этим работодателем, и он, если дает, грубо говоря, свое согласие и гарантию, что он после обучения ее возьмет на работу, то, в принципе, мы заключаем договор, и эта женщина направляется на обучение, после которого она выходит на работу. Эти курсы также будут бесплатными. При этом для данной категории женщин во время обучения будут выплачивать стипендию в размере 18 195 рублей. Как отметил Юрий Сидеев, запросы от мамочек в центры занятости поступают ежедневно. Как вы считаете, для женщин это хорошая поддержка? Замечательно. Я считаю, что, конечно. А вы в свое время воспользовались бы вот такой возможностью повысить свою квалификацию или пойти? Конечно, да. У меня невестка, вот как раз бы и подошел бы такой вариант, да. Я считаю, что это потрясающая возможность, потому что, скажем так, в декрете у тебя немножечко все стопорится в мозгу, и ты сосредоточен только на ребенке, а когда уже перед выходом на работу, конечно, хочется погрузиться в эту атмосферу уже рабочую, и это хороший, скажем так, переход, мостик для того, чтобы влиться быстрее в эту рабочую деятельность. Как нам пояснили в Центре занятости населения, наиболее популярные направления для обучения, которые выбирают для себя женщины с детьми, госзакупки, 1С бухгалтерия, кадровое дело и дело производства, есть запросы и на специалистов в сфере туризма. Напомню, что обучение для женщин с детьми в рамках национального проекта «Демография» будет бесплатным. Все расходы лягут на федеральные и региональные бюджеты. Сейчас в рамках национального проекта мы получим федеральное финансирование. Вот. В целом программа предусматривает финансирование более 1 000 000 рублей. Из них окружной бюджет – это 10%, порядка чуть более 100 тысяч рублей. Остальное – это деньги федерального бюджета. Это, конечно, очень хорошее подспорье, в том числе для реализации этой программы. Как нам пояснили в окружном профильном ведомстве, минимальное количество женщин, которые пройдут курсы в этом году – 20 человек. Максимально будет зависеть от стоимости обучения. При организации торгов бывают случаи, когда стоимость обучения у различных образовательных организаций, она уменьшается. Соответствующим образом появляется экономия. Вот за счет этой экономии мы можем обучать и большее количество женщин, чем запланировано. Курсы будут краткосрочными, продолжительностью не более 6 месяцев. При этом возможна дистанционная форма обучения, что наиболее удобно для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Если у вас остались вопросы по этой теме, то на них с удовольствием ответят специалисты Центра занятости. Информацию можно уточнить по телефонам 405-59 или 497-48. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, Владислав Носкин и Дмитрий Лукевич. Телеканал «Север».